Неудачная попытка штурма и десятки погибших. Главное управление разведки Украины перехватило очередной разговор российского военного со своей дочерью. Обсуждают, что некоторые россияне считают службу в частной военной компании «Вагнер» как, цитирую, «местом, где можно заработать денег», конец цитаты, а возможность при этом погибнуть на фронте называют просто невезением. Кроме того, дочь рассказывает, что собирается писать письмо Владимиру Путину, чтобы узнать, какие выплаты положены российским мобилизованным, которые участвуют в боевых действиях. Также обсуждают один из мартовских штурмов армии Российской Федерации с большими потерями. Послушайте далее. Сегодня писали в группе о том, что в начале марта штурмовики неудачно штурмовали. Очень много погибших в шторме. Очень много, около 60 явок на 200. Я бы мог быть в этом числе. Нет, слава богу, ты не там. Время придет, и нас отправят. И отправят вас. Знаешь, почему? Потому что мобилизованных собирали для укрепления, для подстраховки тыла. Вот, короче. Вы будете сидеть в окопах. Только с добровольного согласия могут отправить.